Друзья, всем привет! В прошлом году, когда Apple представила линейку маков на своем новом ARM-чипе M1, Mac Mini стал самым доступным вариантом для входа в мир Apple Silicon. Я до сих пор считаю, что это один из лучших вариантов для покупки в 2021 году. И даже сделал видео о том, что если вам нужен Mac для стационарной работы, Mac Mini на M1 будет более предпочтительным вариантом по сравнению с 24-дюймовым iMac. Ссылка на это видео сейчас в правом верхнем углу. Но с момента его выхода прошел уже почти год. Приближается дата релиза нового Mac Mini на чипе M1X, и в сети появляются утечки о его характеристиках и особенностях. В этом видео я поделюсь с вами самой свежей информацией о M1X Mac Mini. В Mac Mini на чипе M1, так же как в MacBook Pro и MacBook Air, Apple использовала дизайн, который остался от прошлых поколений. В этом году, скорее всего, все Mac из линейки M1X получат новый дизайн. Ожидается, что новый Mac Mini M1X станет почти в два раза тоньше предшественника. Это хорошо заметно на этом рендере, где он расположен рядом с Apple Pro Display XDR. Действительно, у M1 Mac Mini было немало свободного пространства внутри, поэтому у Apple есть возможность сделать его корпус компактнее. Обратите внимание, что углы нового Mac Mini имеют большее скругление, чем у предшественника, а его верхняя поверхность, похоже, будет стеклянной. Возможно, в Apple решили сделать ее стеклянной, так как это обеспечит лучшее прохождение сигнала Wi-Fi и Bluetooth. У M1 Mac Mini корпус полностью алюминиевый, и для прохождения сигнала используется пластиковый логотип Apple, расположенный сверху. Похоже, что этого было недостаточно для нормальной работы, так как некоторые пользователи жаловались на нестабильную работу Bluetooth в M1 Mac Mini. Есть слухи, что новый Mac Mini может выйти в нескольких цветовых вариантах, таких же, как у M1 iMac, но я в этом сомневаюсь. А вот выход его и M1X MacBook Pro в черном матовом исполнении вполне возможен. Еще в прошлом году появилась информация о том, что Apple запатентовала новый способ анодирования алюминия для лучшего поглощения света и получения глубокого черного цвета поверхности. Теперь давайте поговорим о задней панели Mac Mini. Как вы видите, кнопка включения очень похожа на ту, которая установлена в M1 Mac Mini, только большего размера. Кабель питания подключается по технологии MagSafe и очень похож на кабель 24-дюймового iMac. Но в iMac кабель такой толстый из-за того, что в нем размещены дополнительные провода для порта Ethernet, который интегрирован в блок питания. Есть большая вероятность, что Mac Mini M1X тоже получит внешний блок питания, но порт Ethernet расположен на самом Mac Mini. Также имеются 4 порта Thunderbolt, которые на рендере расположены слишком близко друг к другу и напоминают вентиляционные отверстия. Пользоваться этими портами будет крайне неудобно, так как разъемы кабелей просто физически там могут не поместиться. Обычно для удобства использования порты разносят гораздо сильнее, как здесь на iMac или на MacBook. При таком расположении, как на рендере Mac Mini, вряд ли можно будет одновременно использовать более 2 портов Thunderbolt. Если сравнить расположение портов с M1 Mac Mini, то видно, что у него они разнесены сильнее. Далее на корпусе расположены 2 порта USB-A, и это странно, потому что даже на 24-дюймовом iMac их убрали. Хотя, возможно, это связано с тем, что их там просто негде разместить физически. Конечно, было бы удобнее, чтобы на Mac Mini они остались. А еще было бы хорошо, чтобы появился картридер, раз уже даже в MacBook Pro его собираются вернуть. Далее на задней панели расположен порт Ethernet, о котором я уже говорил, HDMI порт. Удивительно, но я не увидел 3,5-мм разъема для подключения наушников и микрофона, ведь даже на M1 iMac он в наличии. Конечно, можно использовать Bluetooth наушники и USB микрофон, но не во всех случаях это приемлемо. Будем надеяться, что это ошибка самого рендера, и Apple все-таки не откажется от этого разъема. Давайте посмотрим на M1X Mac Mini снизу. В качестве ножек он получит лыжи, похожие по дизайну на те, которые установлены в iMac, и те, которые мы видели на рендерах M2 MacBook Air. Также снизу расположено выходное вентиляционное отверстие, приблизительно такое же по размеру, как у M1 Mac Mini. Теперь давайте поговорим о чипе M1X, который будет установлен в новый Mac Mini. Как утверждает Марк Гурман, он получит такой же чип, как и в новых MacBook Pro. В младших моделях это будет JC Chop с 10-ядерным CPU и 16-ядерной графикой, а в старших моделях JC Die с 10-ядерным CPU и 32-ядерной графикой. Объем оперативной памяти в новых Mac Mini будет составлять до 64 ГБ, а размер SSD до 4 ТБ. Стоимость модели 16-гигабайтной Mazu 512 ГБ SSD и 16-ядерной графикой ожидается на уровне $1099, тогда как такая же модель с 32-ядерной графикой может стоить $1399. Как вы знаете, чип M1 поддерживает работу максимум 2 дисплеев, поэтому к MacBook на M1 можно подключить всего один внешний монитор, а к M1 Mac Mini 2. Ожидается, что чип M1X будет поддерживать работу с 3 дисплеями, а значит к M1X Mac Mini можно будет подключить до 3 мониторов. Ну что же, на мой взгляд, новый Mac Mini на чипе M1X будет достаточно интересным вариантом для тех, кто хочет получить все преимущества M1X и кому не нужна мобильность, поэтому они не хотят переплачивать за MacBook. Я думаю, что Mac Mini M1X заменит в линейке Apple модель на процессоре Intel.
Напишите в комментариях, как вы считаете, станет ли у нас популярным новый Mac Mini, учитывая его стоимость, или большинство пользователей все же предпочтет вдвое более дорогой M1X MacBook Pro. У меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было интересным для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе самого интересного в мире технологий.